никто из нас не святой. И, наверное, в каждом нашем поступке кто-то скажет, что ты поступил, может быть, где-то хуже, может быть, где-то лучше, но... Поэтому все качества, наверное, надо прощать, идти вперед, и мне это помогает. Родители Юрия Анатольевича познакомились в Алуште, Крымской области. Отец был тренером высшей категории по хоккею на траве, мама – спортивным массажистом. Когда мальчику исполнился годик, семья переехала в поселок Быково Раменского района. Я очень любил спорт, и меня отец всегда брал с собой на всевозможные спортивные мероприятия. Мы с ним ходили и на футбол, и на хоккей. Я занимался и футболом, и хоккеем с самого детства, поэтому спорт очень люблю. Юра стремился в большой спорт, но с этим не сложилось. Семья постепенно стала многодетной. Мальчик помогал поднимать родителям младших братьев Сашу и Колю и сестренку Анечку. Мы жили за Быковским стадионом много лет, и мне приходилось ходить. Вот сейчас я, честно говоря, в небольшом шоке, потому что вот я бы свою дочь так далеко бы не послал за молочной кухней своей сестре, а мама мне говорила, да, в 6 утра вставай и иди на улицу Аэропортовской, к аэропорту. Это нужно было идти через озеро, через железнодорожные пути на аэропорт, простоять очередь, взять, бутылочки. Если кто помнит, бутылочки сдать, новые взять, вернуться домой опять, это сколько километров пройти, и собраться и пойти в школу. Я всегда очень гордилась, что у меня есть старший брат. Я всегда знала, что он у меня есть. И всегда, если что случится, за меня заступится. Поэтому я где-то ходила деловая, зная, что он у меня есть. И вообще на протяжении всей жизни у меня внутренне был непререкаемый авторитет старшего брата. Он, как любой старший брат, всегда был для меня опорой, всегда стоял за меня горой. То есть, если какие-то ситуации возникали, он за меня заступался. Был для меня непререкаемым авторитетом. Как любой старший брат, он пытался меня всегда оградить от каких-то плохих компаний, каких-то действий ненужных, от всего того, чего могло бы мне навредить в жизни. Юрий по-доброму завидовал сверстникам, которые жили в квартирах. В частном доме ни воды, ни газа, а зимой и дорожки приходилось прокладывать. Но это не затмило светлые детские воспоминания. Такая традиция была, как они мне дарили новогодние подарки. Мы жили в Быково, в доме, и 31 декабря, каждый Новый год, в 12 часов ночи мы шли за калитку, и за калиткой лежал мешок с подарками. И отец всегда говорил, мы всегда сходили с отцом, не с мамой, а с папой мы ходили, и отец говорит, вот Дед Мороз, были полозья от саней, говорит, смотри, вот следы от валенок, вот полозья от этого. И я благодаря этому верил до 12, вот пока я в Холодово не приехал, вот в 13 лет, да, я вот верил в Деда Мороза, и причем несколько лет подряд я говорю, мама, все, вот теперь вот я должен увидеть лично Деда Мороза, я пойду с 11 вечера, я буду сидеть там на заборе, сидеть, да, и такой момент, что она как-то меня отвлекала, там что-то принести, поставить на стол. Я говорю, все, мама, я побежал, прибегаю, а мешок уже стоит, висит записка, что Юра, я тебя вот ждал, я думал, ты меня дождешься, а вот не дождался. Учиться Ермаков Юрий начал в Быковской 15-й школе. Тихоней, конечно, не был, но успеваемость от этого не страдала. Помимо знаний, прививали ребятишкам в школе уважение к людям и трудолюбие. Очень много вложило в нас, в наш класс, потому что вот я сейчас, если честно, смотрю вот на школы, я вот этого не понимаю, когда говорят, наши дети не должны стулья поднимать, наши дети не должны класс убрать. Я могу сказать так, у нас всегда мальчики поднимали стулья за девочками, и всегда мы убирали класс, и у нас всегда была таблица общешкольная, кто лучше всех убирал в классе. И у нас четверки не могло быть, у нас были только одни пятерки, и даже если у нас у Анны Максимовны 6 уроков, а у нас 4 урока, то даже самые хулиганистые ребята, они ждали 2 урока, чтобы помыть класс. Когда тебе было 10 лет, 10 мы с тобой познакомились, ты в первую очередь думал о детях, о своих родных братиках и сестренках. Ты, будучи в 10-летнем возрасте, мог носить, я не знаю, 5-литровый бетон молока на расстоянии 2 километра от станции до поселка Искра.
Ни одну девчонку никогда не обидел. С учителями всегда был корректен, нежный, заботливый, предусмотрительный. Хороший человек. Работать Юрий пошел с 14 лет. Родителям помощь нужна, да и самостоятельность появилась. Я к папе, помню, подошел, говорю: пап, ну помоги что-то. И он как-то договорился с разносчиком газет. Мне нельзя сказать, что я там работал официально. Он договорился, мне давали какое-то количество газет. Я пробегал по улицам, разносил газеты, после чего мне там давали какую-то денежку. А работать хотелось, потому что пораньше хотелось какую-то самостоятельность? Вы знаете, всегда хотелось просто иметь свои деньги. Угу. Вот. Чтобы никого не просить, да, там, да. Как-то быть самостоятельным человеком. Конечно, да. Угу. Вот, и могу сказать, даже первый мой такой опыт был предпринимательский, так как жили в Буково, и там частный дом, много было кошек, и когда они рожали, я помню, взял двух котят, поехал на Малаховский рынок, мне было там 7 лет, первый класс, я сел на электричку втайне от мамы, поехал, одного котенка, помню, продал что-то за копейку 50, а второго поменял на бутылку пепси. Это было просто, я приехал с этим полтинником с бутылкой пепси такой. Да. После 8 класса Юрий поступил в колледж малого бизнеса. Днем учился, а вечером работал. Колледж закончил 18 лет, а в 24 женился. И здесь срочно нужно было поступать в университет. Моя супруга была образованным человеком, и как я мог быть при жене без высшего образования? То есть, да? не соответствовал. Высшее образование Юрий получил, окончив в 2006 году Государственный университет управления по специальности юриспруденция. Полученные знания дали возможность молодому человеку работать в крупных структурах Москвы. Юрий Ермаков серьезно занялся предпринимательской деятельностью. В 2004 году поступает в общественную организацию гильдии предпринимателей Раменского района, а в январе 2009 года его избирают президентом гильдии. Всегда был общественником и всегда хотел быть с людьми. И когда узнал, что есть такая гильдия предпринимателей, то с огромным удовольствием я в нее вступил. Ну, уже много лет ее возглавляете. Ну, и уже потом я благодарен своим коллегам из гильдии, что оказали мне честь и сказали, что Юрий Анатольевич, давай возглавляй. Талантливый руководитель. В коллективе, ну, для многих, наверное, уже не секрет, кто давно его знает, его зовут папой. Потому что к нему могут прийти с любым вопросом, и не только по работе, но и с вопросами, там, ну, касающимися каких-то своих личных проблем. Он каждого выслушает, каждому поможет, он никому не откажет. Говоря о Юре как о человеке, как о гражданине, ну, просто невозможно его разделить вот с гильдией предпринимателей Раменского района, потому что я твердо убежден, что если бы он не был председателем, ну, не хочу никого обидеть из членов гильдии, но большая заслуга в том, что вот то, каких успехов гильдия добилась сейчас, это его заслуга. Потому что он действительно лидер, он может объединить вокруг себя людей и находит практически со всеми находит возможность общения, контакта, совета, помощи. В домах нет воды. Они у нас коммунальные дома. Я правильно понимаю, в 5 домах нет воды? Да. Они дома коммунальные. И вы пользуетесь колонкой? Да. А как сейчас вы тогда обходитесь, если без управления? У соседей просили. Покупаем. Покупаем. Питьевую воду покупаем. Из какого нет воды? С июня месяца. Несколько недель назад к нам обратились жители с улицы Полевой. Долгое время они ждали, когда же им отремонтируют колонку. К огромной радости людям удалось отстоять свои позиции, и источник водоснабжения был восстановлен. Хочу поблагодарить администрацию города и вообще всем тем, кто к этому делу приложил руку. Большое спасибо. Хоть теперь можно будет нормально водой пользоваться и не ходить там черти куда за этой водой. Огромное вам спасибо. Огромную благодарность жители с улицы Полевой выражают Юрию Анатольевичу Ермакову за его непосредственное участие. Ведь колонка – это единственный источник воды на их улице. Вот неделю назад жители обратились и к вам, и ко мне, что после моего обращения все же все было устранено, и сегодня вода есть. И, честно говоря, у меня сегодня прекрасный, даже в этот хмурый октябрьский день, сегодня прекрасное настроение, потому что день начался с хорошей новости. Вышли люди, поблагодарили, у людей есть вода, и когда делаешь добрые дела, всегда позитив, и дай бог им всего самого хорошего.
Юрий Анатольевич уверен, что для развития личностных качеств человека необходимо самообразование и духовное самосовершенствование. Главной задачей считает помогать людям и работать на благо родного края. Юрий Ермаков – депутат третьего созыва. Дважды избирался в городе, сейчас депутат Раменского муниципального района. Нужно заканчивать наш роддом, который так уже ждут, потому что, ну, совершенно неправильно, один из самых больших районов Московской области и такой маленький роддом. Поэтому, наверное, я, как и все, ждем этот роддом, это будет всеобщая радость. И нужно продолжать. Вот очень приятно, что и ФОК открылся. Понимаете, на сегодняшний день действительно Раменский район становится тем районом, где все есть, да? Можно и покататься на коньках, и поплавать в бассейне, и ну, практически и прекрасные дома культуры. И смотрите, какой Воровский красивый сделали после Сатурна, да? Поэтому на сегодняшний день действительно, сейчас уже гордишься своим районом. Здравствуйте! Здравствуйте! Очень рад вас видеть! Мобильный, активный, молодой и очень отзывчивый. Так говорят про Юрия Ермакова наши ветераны. Умеет он объединить людей, устроить настоящий праздник и подарить радость общения. На сегодняшний день это необъяснимо. Вот мне хочется их слышать, мне хочется их слушать, мне хочется за них подержаться просто, потому что от них действительно идет такая энергетика. Ну, представляете, вот людям 80-90 лет, они активны, они поют, они пишут стихи, они рассказывают, что они пережили, кто пережил войну, кто пережил послевоенные годы, тоже непростые годы. Вот. И я могу сказать, что если бы вот у нас молодежь побольше вот общалась с ветеранами, побольше вот слушала, наверное, у нас было бы больше доброты и было бы больше позитива, нежели что сейчас идет с экранов телевизоров, все эти убийства, расчлененки и так далее. Вот я хотел бы вручить орден Раменского района Ермакову Юрию Анатольевичу, господину президенту. За высокий профессионализм. Юрий Анатольевич всегда находит общий язык с самыми разными людьми на работе и в политике. Не пропускает ни одного районного торжества. Не отстает и от молодежи. Любовь к здоровому образу жизни привили родители с детства. Сейчас Юрий занимается боксом, играет за футбольную команду «Холодок». Юрий Ермаков – отличный семьянин, к родным относится с большой нежностью. А доченьку Александру с первого класса приучил трудиться. Когда дочке, я не помню, по-моему, 7 или 8 лет, я уже отправил ее на работу. Она должна была работать, она должна была у меня чистить в кафе ведро картошки. Она резала себе руки, она была маленькой девочкой, она резала себе руки, но чистила картошку, за что получала небольшую денежку. Я ей, причем не я ей платил, директор кафе делал ведомость, приглашался шеф-повар. Оценивали ее работу, и в конце месяца платила зарплата. Я считаю, что детей нужно с детства приучать к труду, и это обязательно. На сегодняшний день она каждое лето, несколько недель у меня работает. А что я могу сказать? В школе-то мы все в ЛТО ездили. Сейчас ЛТО, насколько я знаю, нет. И я считаю, что это совершенно неправильно. Юрий Анатольевич с глубоким почитанием относится к вере православной. По канонам церкви правая рука не должна знать, что делает левая. Это о благотворительности, о которой Юрий Ермаков не любит говорить, а просто помогает людям. В одном из интервью он сказал: «Улыбайтесь и поменьше обижайтесь друг на друга. Живите не ради себя».